Сочные пейзажи, экзотические птицы и даже египетские пирамиды. В Одинцовском историко-краеведческом музее открылась выставка детского рисунка. Возраст художников самый разный, тематика обширна, техника тоже. Экспозиция включает несколько десятков работ. Рисунки выполнены акварелью, акрилом, гуашью. И сделали это юные художники из клуба «Изумрудный город». Работы подбирались, по-моему, сердцем. Сердцем и каким-то, опять же, радужным настроением. Потому что, если вы посмотрите, здесь представлено все. И живопись, и графика, и прикладное искусство, и какие-то такие даже новогодние сюжеты. Мне кажется, что все имеет место быть, потому что дети, они абсолютно гениальны изначально. И поэтому все, что они делают, все, что они творят, это все великолепно. «Изумрудный город» – это клуб для особенных детей. Он был создан 5 лет назад при Центре народного творчества и методической работы. Руководит им Анастасия Курилкина, культуролог и педагог. В прошлом году в клуб пришла художник Татьяна Крылова, и дети начали рисовать. Любые вообще занятия в клубе начинаются с того, что ребенок просто привыкает к обстановке, ему должно быть комфортно. И он начинает с того, что он может. Мы стараемся сделать так, чтобы он нас учил. А затем уже незаметно, ненавязчиво предлагаем ему какие-то истории. Среди подающих надежды живописцев 6-летний Петр Подкеев. На выставке у него несколько работ, преимущественно космос. Но сегодня по заданию педагога он рисует вазу. Я рисую так, художник. Мы уже год ходим. Замечательные педагоги. Отлично занимаются, у нас очень много успехов уже, даже рисовать стали, вот. Больше стал понимать, осознавать, окружающий мир видеть. Старается мальчик. На выставке «Творчество без границ» представлена не только работа одинцовских художников. Отдельная часть экспозиции отдана под рисунки поделки Истринского реабилитационного центра. Возникла такая идея сделать из накопившихся экспонатов выставку в этом музее, представить ее. Я хочу сказать, что ребятам и родителям очень приятно наблюдать, когда их выставки либо размещаются где-то в интернете, либо вот как на вот этой выставке, их счастью просто не будет границы. Это очень ценно для них, это повышает их самооценку, это вдохновляет их развиваться в творчестве, придумывать еще новые какие-то идеи и жить полноценной жизнью. Выставка в музее – мечта любого художника. Для особенных ребят из клуба «Изумрудный город» она стала реальностью. А для посетителей краеведческого музея – возможностью увидеть мир глазами детей. Это можно сделать до 20 июня. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».